кентуха на проводе. И прямо сегодня у нас будет дуэль на АВМ спорта. Да, просто представьте. Потом прямо в эту секунду прожми огромнейший лайк. Подпишись на канал Кента ПК. И поехали. Ой-ля, вот это соска. Это соска. При всех на стриме говорю, то есть и на стриме ему пропиарить. И отдельное видео. Вот прям отдельное видео запишу. Да всем насрать. Ну, давай на тренинг офсайд. Окей, брат. Давай, короче, поехали. Ох, ребят. Вот это очень интересно. Это мой друг, я его хорошо знаю. Нет. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас вы видите последний раз этот сраный, дефолтный АВМ. Вот этот АВМ, мне он не нравится. Но прямо сейчас моя жизнь может кардинально измениться, потому что, ребята, вы понимаете. И если я выиграю, то он мне сливает за 003 АВМ Спорт 2. Вот это малышка. Ребята, вы часто меня спрашиваете, Кент, пока, почему ты начал так хорошо играть? А все благодаря моим друзьям от SteelSeries, потому что они мне подарили новые наушники и новую мышечку. И, конечно, ссылочка на всю эту продукцию есть в описании. Стоило. Ляпочины, как же я хочу АВМ, АВМ Спорт. На что способен этот парень? А, легенда. Твою налево! Мне жопа, он легенда. Мало ли сейчас подфартанет, поехали, пацаны. Ну он легенда, блин, вот я не люблю, как люди притворяются, блин, нубами, а на самом деле легенда. Ну поехали. Как же он аккуратно играет, я уже чекаю. Жестко. Один ноль, нормально, забрали. Прямо сейчас на наших с вами глазах вершится просто история. Да ну нафиг. 2-0. Охренеть. Аккуратно. Это жесть. Ой, я даже не знаю, что делать. Это, конечно, неправда. Жестко, очень жестко, ребят. Так, побеждаем, все хорошо. Ой, тут прям густо, как луп. Авик Спорт В2 будет моим. Ты что, с ума сошел? Так, ну что, пацан, 3-0-то! Кто тут красавчик, кто тут лучший снайпер мира, а? Опа, он еще будет тут, чекайте. 3, 2, 1, префы. Позор. Обходит. Ко! Он слева был все это время. Я бот. Да ладно! 3-1. Понял. Надо! 4-1! Я это делаю, ребят. Я не верю в это. Я просто не верю в то, что прямо сейчас происходит. Я прямо сейчас, возможно, выиграю АВМ Спорт 2. Понимаете, мне руки трясутся, я очень волнуюсь, очень переживаю. Не, пацаны, я чуть не пойму, кот пропал нахрен. Это прям как... Блин. А! 4-2, вот засранец. Ну как, ну не засранец, красава, хорошо играю. Ой-ой-ой, жестик. Попал, ой-ой-ой. Пацаны, это жесть, ну 4-2, ну надо тащить-то, ё-моё, не? А теперь ждем с этой стороны. Хорошо, 5-2. Вот что означает киберспорт! Жажда к победе. Ай-яй-яй, 5-3, 2 очка, 3, пацаны, как все плохо-то. Ух, попал, нифига себе. Да ну нафиг, 5-4, что за хрень-то? Ух. Фух, как страшно, руки трясутся, поверьте мне, руки трясутся реально. 5-5, это жесть. Ну почему? Давай. Только не вредит, что он будет обратно с этой стороны. Понял? Справа.
Так, ребят, вот сейчас уже очень обидненько, потому что счет 5-5. Вот слева был, да? Мне ничья не канает. Ничья — это слишком мало. Только победа, ребят. Только победа, только вперед. Ну, Ники, где? 6-5, хорошо, взял. Красиво, красиво, красиво. Так. А вот теперь, ребят, надо вот прям максимально с умом отыграть, потому что это очень потный раунд. Я вот не знаю, пойти влево или вправо. Слева там очень невыгодная позиция. Лучше отойду назад. Он слева. Чекайте, он слева. Он слева будет челяди. Не, не, справа. Как ты узнал? Это нереально. Уже 6-6. Зашибись. Сим 6, хорошо, 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 ребят, я побеждаю, ништяк. 6. Вот это поворот. 8-6, да, побеждаю, отрыв 2 очка, пацаны, это история, прямо сейчас, что я делаю? Ух, как же мне плохо, пацаны, вы даже не при... Понял? 9-7, хорошо. Просто фаззумом, пацаны. Фух, повезло, что я на веках умею играть. 9-7. 2 минуты, ему надо пушить. Я бы на его месте пушил бы. Как он узнал, я не понимаю. Давайте. Минута 55 осталось. Надо продержаться 2 минуты. Просто не слиться и все. Как обидно. 9-8. Отрыв минимальный. 10-8. Обратно. 2 очка отрыв. Ништяк. Я это делаю. Давай, братик. Просто пуш. Да! 3 очка отрыв. Минута 20. Все, ребята. Я смогу. А не может. Чекинтуха еще... Два очка отрыв, хорошо, минута. Ему надо пушить меня. А мне, наоборот, пикать его не надо. Блин! 11-10. 30 секунд остается. Если я еще выиграю, все. Моя победа. Одно очко отрыв, 30 секунд. 20 секунд. 10 секунд. Да! Это решающий гил! Все! Все, 12-10, пацаны! Мы это сделали! Да! 13-10! Да! 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 Тише, спокойно. Как же я волновался, вы даже не представляете! Просто что произошло? Да просто смотри мои руки. Фух. Я просто большой. Пишешь у меня стояк, понял, когда я радовался. Я не знаю, вообще-то вы помню, вот, реально в шортах выглядит, как будто брат, как будто. Сливай! Сливай, 38 рука, брат! Сливай! Давай! Сливай, брат! Брат! Ты лучший! Да! Просто ты лучший! Ты лучший! Что ты творишь? Ты лучший, брат! Ты лучший! Твою налево! Еще 2 драгона! Просто!
Брат! До слез просто. Я тебя люблю. Просто я тебя люблю. Просто ты что сделал? 40 тысяч голды! Не, подожди, дороже. 45 тысяч голды! Еще нетки покажу, нахренеет. Тебя не будет бить. Смотри, тише, смотри, смотри, смотри. Это трындец. Аня должна просто. Сина должна. Тише, отвали, бомжиха. Ну и конечно же, большое спасибо Гришане за то, что он так сильно мне помог. Поэтому, ребята, давайте прямо сейчас все подпишемся на его группу ВК. У него есть группа по трейдингу, потому что именно он подарил мне AWM Sport 2. Я, ребята, просто в шоке. Ссылочки в описании, обязательно вступай. Давайте поддержим вместе Гришаню.